во всем виновата любовь. А разве это не так? Ведь миллионы людей по всему миру, переполненные этим чувством, совершают невероятные, порой даже безумные поступки. А то, что два оксфордских студента Джек и Чарли знают об этом немало, нам повествует музыкальная комедия «Фарс» по пьесе Брэндона Томаса «Тетка Чарли». Я Чарли Уайт, оксфордский студент, в учебе не знаю ни один момент. Наука не лезет мне в мои мозги, по ночам пишу глупейшие стихи. Энни Спэдлейк, это все она, от любви к ней я скажу с ума. От любви к ней я скажу с ума, Энни Спэдлейк, это все она. Я Джек Чистей, друг Чарли я, у меня с ним одна беда. В каждой девушке вижу, как болван, прекрасную, милую Китти Бэддон. Действие происходит в Оксфорде, в среде студентов, чьи пылкие чувства сдерживаются материальными интересами старшего поколения. Джек и Чарли влюблены в Энни и Китти, но опекун девушек не хочет давать им приданое, а полковник честный разорен. Вся надежда на богатую тетушку Чарли, Донну Люсию, которая должна приехать из Бразилии, где много-много диких обезьян. Однако тетушка-миллионерша задерживается. Вот-вот случится катастрофа. Что же будет? Мы узнаем, когда посмотрим спектакль. А где же тетя? А что ваша тетушка, мистер Уайком, она уже приехала? Да. Если нет, то... Очень вкусно. То ведь мы не сможем здесь дольше оставаться, не так ли, Энни? Да, это было бы неприлично. Неприлично! А спектакль поставлен театральной труппой Московского музыкального театра для детей и юношества на Басманной. Театр основан в 2001 году заслуженной артисткой Российской Федерации, доцентом Российской академии театрального искусства, ученицей Бориса Покровского Жанной Тертерян. Театр задумывался как молодежный и по своему составу, и по репертуару. Позвольте вам представить... Донна Люсия Дальвадорос, моя тетушка из Бразилии. Мисс Пэтлейк. Мисс Ведон. Очень приятно. Хорошую же вы со мной сыграли шутку. Нечего сказать. Донна Люсия. Да. Мы немного опоздали, потому что хотели поднести вам эти цветы. Мне, как это мило, что же мне с ними делать? Нюхать! В афише театра наряду с мюзиклами и комическими операми есть произведения русской и зарубежной классики. На московской сцене спектакли идут в сопровождении оркестра. В труппе, состоящей из 30 актеров, выпускники Российской академии театрального искусства, Щепкинского училища, Института современного искусства, Петербургской консерватории, Академии имени Гнесиных и Академии культуры. Да, Чарли! Ну... Здравствуйте, тетя. Тетя! Тетя! А я Китти. А я Энни. Очень приятно познакомиться. Это Джек. Да. Простите нас за наш обман. Нам так стыдно. Ну ничего, я тоже повинна в обмане. За время своего существования театр стал инициатором первого в истории Московского фестиваля комической оперы. Был награжден дипломами престижных профессиональных фестивалей. Гастролям театра всегда сопутствуют аншлаги. Труппа театра продемонстрировала свое искусство как в России, так и далеко за ее пределами. Спектакль «Тетка Чарли» поставлен на музыку Александра Бараева, сценическая редакция Павла Степанова. В этом спектакле есть все для того, чтобы нас сделать чуточку счастливее, хотя бы на несколько часов. Он переполнен искрометными оборотами, смешными и задорными диалогами, музыкально-танцевальными сценками, и все это в исполнении актеров Московского музыкального театра на Басманной. Спектакль «Здравствуйте, я ваша тетя». Это любовь, просто любовь, это может она быть слава, но не так.
апреля в Панораме. Заходите на наш сайт, звоните, мы всегда рады слышать вас. Будьте здоровы и счастливы.